Заходили, да. Нет, вокруг зала. Можно? Да. Я могу сказать по поводу того, у нас уже наш микрорайон Солнечный 2, это для, кто может быть не в курсе. Вопрос, который стоит, это создание особо охраняемой природной территории площадью 6,7 гектар в районе пруда Симхозный. Обоснованием создания УПТ является то, что вокруг пруда находится старовозрастная дуправа, которая подлежит особой охране, да и сам пруд Симхозный, конечно, тоже необходимо защищать от варварского отношения зачастую жителей. Мы готовы за свой счет сделать эту зону открытой для жителей, благоустроить ее и передать городу. Нам застройка и вырубка этих деревьев абсолютно неинтересна. Мы такие же жители, собственно. А какой ваш интерес туда, ну как сказать, запустить лоб? Наш интерес, я еще раз говорю, мы мнение жителей должны отражать. Мнение жителей, понятно, вот вы его собираете. А мы, у нас нет другого интереса. Наш интерес – это жители, интерес жителей. Если речь идет об этом охраняемой территории в 6 гектар, это пруд непосредственно и дубрава, про которую мы ведем речь, но то, что накладывается дальше, непонятно, на чем основано, на остальную территорию в 10 гектар, охранная зона. А в чем ваш интерес? Вы в охранной зоне хотите что-то построить? Мы пока вспахали, мы хотим сеять. Лебедей каких-то. Так-то он небольшой. По сути, в принципе, вот он не закончится. Мы выявили, что большая часть присутствующих, это 95%, проголосовали за создание особо охраняемой территории на данной территории. Несколько оппонентов, я не уверен, что они вообще, в принципе, проживают там или что-то, какие-то у них интересы есть, но вот все жители, основная масса, проголосовали за. Мы против наложения охранной зоны особо охраняемой территории на весь участок фактически. Как бизнес-структура мы готовы инвестировать деньги в город, но не получить ничего взамен, это не отвечает законам, к сожалению, бизнеса, рынка.